люто, и ненавидящие праведного прегрешат, избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Благословение Господне на вас, того благодати и человека любим всегда, ныне присно и веков. Вас Господи, того доходит воля. Вас Господи, того доходит воля. Придите, примите все духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, явшегося Христа. Несть вот освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вот возвращает струи, владыку зря крещаема. Яко человек на реку пришел Иси Христе царю, и рабское крещение, приятие чишися блаже, от притечу руку, грех ради наших человека любчем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Ко гласу вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, пришел Иси Господи, зрак ради Троим, крещение, прощся, не веды греха. Видишь отя воды убояшися, трепетен бысть притеча и возопи глаголя. Како просветит светильник света, каку руку положит раб на владыку, освети мене и воды спаси, землей мира грех. Премудрость. Пророчество Исаии на чтение. Вон мне. Так говорит Господь. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать, слава Ливана дастся ей. Великолепие кормила и Сарона, они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет от мщения, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой скочит на колени, язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак вод в озере, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему. Но он будет для них одних, идущие этим путем, даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Премудрость. Пророчество Исаии на чтение. Вон мне. Так говорит Господь. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте, идите. Покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте мне внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду.
Вот я дал его свидетелем для народа, вождем и наставником народа. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он милостив. Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева на поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир. И это будет во славу Господа, знамение вечное, несокрушимое. Премудрость. А мы читаем сами чтение. Так говорит Господь, и в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев. Противен глаз третий, Господь, просвещение мое, Спаситель мой, кого боюсь вам? Господи! Троице скрылися поклонение, ради тебе, Бога свидетельствовавши тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, известовавши слове все утверждение, явлися Христе Боже, имя посвящай слава Тебе. Господи, Троице скрылися поклонение, родителе Бога свидетельствовавши тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, известовавши свое все утверждение, явление Христе Боже, и мир просвещай слава Тебе. О, Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троице скрылися поклонение, родителем Бога свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, известовавши все утверждение, явлися Христе Боже, имя просвещай слава Тебе. Мой Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троице скрылися поклонение, родителе Бога свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына.
Господи, крой чистое лице поклонение ради. Останутся пятна. У меня освященная у нас сегодня 19 января 2019 года, Крестовоздвиженская община, город Барнаул. Славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносных отец наших и всех святых праведных Бога Отец Акиман и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй.